на четвертый квартал у нас включено 118 мероприятий от различных организаций государственных и некоммерческих нашего района. Из них 44 физкультурных и спортивных мероприятий и 74 досуговых мероприятий. В основном они будут посвящены Международному дню пожилого человека, Дню жертв политических репрессий, это в октябре, в ноябре День народного единства, День матери. И декабрь – это день начала контрнаступления советских войск, битвы под Москвой и, конечно, Новый год. Наиболее массовые мероприятия планируются в парке Садовники. Это как раз вот День народного единства и Новый год. В принципе, коротко все, если что, вопросы. Вопросы какие есть, Софья Николаевна? Если вопросов нет, то не скажите, пожалуйста, а досуговые учреждения в каком режиме сейчас работают? Сейчас уже начался, то есть кружки работают, массовые мероприятия пока крупные не разрешены, но до 50 человек по предварительной записи, то есть это некие мастер-классы, а на спортивных площадках занятия проводятся.